Соседи не выбирают. Так, надоедливых постояльцев двора терпят жители дома номер 52 на проспекте Кирова. Жизнь людей превратилась в бессонницу. Кто эти нарушители общественного порядка, выясняла Татьяна Кудасова. Жители дома номер 52, что на проспекте Кирова, живут словно в оркестровой яме. Они говорят, что почти круглосуточно из киосков, которые находятся под окнами их квартир, гремит музыка. Она очень громко звучит. У нас даже бывает, даже и стекла даже резонируют. На первых этажах у нас даже до такой степени. Не в восторге от таких громких торговых точек и коммунальные службы города. Киоски мешают реставрировать ливневую канализацию проспекта. Ларьки находятся на трассе, как основная масса. На трассе ливневой канализации. Ну и мешает для производить обследование и делать ремонт. Затрудняется и уборка центра города от мусора. Спецтехнике приходится лавировать между ларьками. Естественно, мусор весь сразу не убирается, и приходится убирать их вручную. На что это, естественно, не рационально, на что затрачиваются дополнительные силы, средства, ну, как бы, и время, естественно. Я сама человек не курящий и против того, чтобы вот сигареты так публично продавали, так как это пешеходная зона, так как здесь гуляют родители с детьми. По словам Веры Шараповой, владельцы киосков отказываются идти на контакт с жильцами. Разрешить общую проблему по-хорошему невозможно. Мы хотим, чтобы ларьки были снесены, чтобы ларьки были ликвидированы с проспекта Кирова. Татьяна Кудасова, Сергей Пономарев, Илья Ромазаев, Павел Криклевец, «Вести», Саратов.